Матрица, это правда! Матрица, матрица, матрица! Кэп? Да, Ракутагин! Иди нахер, Кэп! Я уже, сука, я уже в Санта-Клауса начинаю верить в этой игре. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляет. «Матрица существует» или как Ракутагин случайно хорошо сыграл на D17. Случайно, Кэп, это то, что ты вообще появился на свет, понял? Приветствую вас, леди и джентльмены, дорогие подруги. С вами Ракутагин, капитан очевидность, Кэп. Здорово, братва. Красава, Ракутагин. И Скорпион. Скорпион D17. И решил я поиграть еще раз на этой карте, хотя на ней-то было сыграно уже очень-очень много. Все дело в том, что сейчас вновь набирает популярность, как когда-то в 2014 году, игра в два инженера. И это весьма интересно, и набирает популярность среди достаточно серьезных команд. Ходит мнение, что на карте такой, например, D17, на малых картах, лучше брать двух инженеров, нежели двух штурмовиков. И, кстати, я замечаю, что игра в два медика на этой же D17 тоже стала вновь пользоваться популярностью. Я считаю, что это хорошо, это радует. Headshot, детка, you was owned, это еще больше радует. Говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Да. Но рак может. Рак может. С почином тебя. Благодарю, капитан Фитц. Рак может. Рак все может, сука. И, кстати, это вовсе не было случайностью. Это результат моих плодотворных тренировок. Именно так. Та-да-да-да-дам. Я нагиба. Сегодня дам. Самый большой вопрос для меня. А... смогут ли наши противники вообще хоть что-нибудь нам противопоставить? Реально. Но пока что не знаю, пока что-то у них не очень получается. Чё, ништяк, да? Разработчик, я к тебе обращаюсь. Нахер ты эти флешки придумал? На зачем эту фигню надо было придумывать? И вот так, сука, постоянно. Это же беспредел. Они реально вот... Дело в том, что кидать-то могут часто не противники, кидать могут свои. И при таких раскладах вообще как бы у всех шансы есть, да. Кидают флешку, ты ничего не видишь, тебя убивают. Нагиб, полный нагиб, это беспредельная тема, отвечаю. Эти флешки — это полная задница. Ну, я не знаю прямо, ну... Ну, здесь-то я еще более-менее уверен в своей команде. А если на паблике? Вот я в РМ, в соло пойду, рандомом. Постоянно, сука, постоянно тебя слепят. Или хотя бы на мясорубке бы вообще флешки убрали. Вообще бесит, ты просто бегаешь на пригороде, одни флешки летят. Кто такой? В некоторых вот комнатах реально одни флешки. Зачем там флешки? Зачем это? Вот так, детка, вам за это. Нагло. Да. Но тем не менее, вообще хочу сказать, сегодня поговорить на еще одну интересную тему. Пока неплохо идет инженерам, как видите, 3 на 2, я считаю, очень даже достойно. Очень достойно. Даже если было 2 инженера, я думаю, вполне достойно бы себе команда показывала. Но! О чем я сегодня хочу поговорить? Я хочу поговорить о том, что вообще в Warface происходят интересные вещи. Это реально матрица какая-то. То, что вчера еще казалось невероятным, сегодня это действительность, это сегодняшняя действительность, и это факт. То есть. А помните, когда-то были АС-50, было колесо? Если кто-нибудь вам сказал, что болт, болтовка, это будет топ, это будущее Warface, вы бы, наверное, посмеялись. А потом появился Макмиллан. Если бы кто-нибудь в 14 году сказал мне, что скоро инженер станет, наверное, самым отстойным классом из всех, а медики больше не будут властвовать на мясорубке, я бы покрутил пальцем у виска, сказал, ты что, сбренил, что ли? Но реально ведь так и стало. Реально так ведь и стало. Инженер стал самым отстойным классом, медики больше не властвуют на мясорубках, там властвуют штурмовики, и в игре рулят болты. А кто-нибудь скажи вам, ну не знаю, месяцев, не знаю, там 5 назад, например, полгода назад, что скоро вновь будут катать в 2 инженера, вы бы поверили? Я бы не поверил, серьезно. Но это как-то вообще фантастически звучит. Что инженера более-менее апнут, я еще мог поверить, но что вот так, нифига подобного. И тем не менее, это факт, тем не менее. Действительно, инженер настолько снова стал хорошим классом, что вполне реально можно 2 инжа катать. Вполне можно.
Мистика, сука. Матрица, она реально существует. Вот я как говорю. Я тебя не пинаю. Альтану пишет, что я его пинаю. Это же неправда. Я никого не пинаю. Я со всеми нежно, ласково так. Мой хороший. Туда-сюда. Хэдшот тебе за это. Да? Та-дам-дам. Давай, медицина. Давай, пойдем с тобой. Сделаем добрые дела. Так, единичку будет в самый раз. В самый раз глянуть. Кстати, я заметил, наши противники почему-то на единицу вообще не рвутся. Это большой недостаток, должен заметить. Но только одну двушку-то нельзя ходить. Двушка такая вообще, не знаю, мне двушка с одной стороны не нравится ни в атаке, ни в защите. Защищать, если противник ушел, успел зайти, ее и надо проблематично. Заходить на нее за атаку тоже проблематично. Я больше единицу люблю, серьезно, на D17 я больше люблю единицу. Офигенная просто точка. И заходить туда более интересно, и защищать ее более интересно. Дабл килл, детка, тихо. Будем. Holy shit. Да. Чё, клешня, понтанулся, да? Понтанулся, а расскажи-ка лучше нам, как в прошлом бою ты весь матч просидел за ящичком. Я был медиком, это первое. И как бы это было поэтому обосновано. Второе, рассказать ему. Ты бацилла, ты мне объясни. Ты мне чё говорил, когда пришел с носом? А, это мы с парнями ходили, просто ветер дул. Это ветер дул, да? Ветер. И мне тоже как-то от тебя передалось... Сука, ветер твой. Зараза. Да я тебе отвечаю, я думал, обычная простуда. Какая простуда, Кэп? Это второй раз повторяется в нашей истории на Ютубе. Какая простуда? Простуда не заразная, понял? Чё ты мне мозг паришь? Простуда. Один тоже думал, простуда, когда с конца капала. Оказался на дип, понял? Вот так оно и бывает, леди и джентльмены. Не верьте. Особенно, если у вас с конца капает. И кто там говорит, да, это простуда. Кто-нибудь, кто мог быть причастен. Почти наверняка это не простуда. Сука. Но у нас тема не об этом. Мы немножко о другом говорим. Не, ну с Кэпом как бы у нас... Нет, он меня именно с насморком заразил. Да. Бля, что-то сегодня так настроение поднялось. Ни с того, ни с сего. А в чем Кэп виноват? Ну он реально виноват. Он только вечно бубу-бубу. И товарищи такие же. Ну и с парнями. Мы пошли, погуляли, просто просквозило, простудился. Хэдшот тебе за это, понял? Бацилла. Вот. Ну реально, Warface не перестает удивлять. Лично меня он не перестает удивлять. Другое дело, что каких-то глобальных изменений нету. Глобальных нету. Я жду, вот что-нибудь. Хочется какую-то тему затронуть. Рачкам везет, например. Ну нет, это понятно, это не тема. Вообще хочется что-то новое, конкретного контента. Когда уже Припять будет, разработчики? Вы как бы, да, я понимаю, вы подразнили, но хочется уже, давайте поскорее. Уже как бы Новый год? Новый год самый раз? Хочется? Где Припять? Где сталкеры? Сидоровича запилите. Пусть пушками торгуют. Реально, подходишь, короче, миссия эта. Припять, подходишь, Сидорович сидит. Он тебе со скидкой, всегда у него какие-то скидки. Надо же, а ты реально неплохо сыграл, клешня. Похоже, да? Действительно, Матрица существует. Матрица существует, я тебя давно... Кэп, с того момента, как я с тобой познакомился, я понял, что он существует только не только Матрица, а все что угодно. Единственное, что пока что не существует, это какое-то лекарство, которое лечит баги, лаги и телепорты в Warface. Оно не существует, сука, оно уже 5 лет как бы не найдено. Вот. А так, в принципе, все остальное возможно. Сделайте Сидоровича, пожалуйста, разработчики, чтобы он коробки удачи за кредиты со скидкой продавал. Это ж классно будет. Нигде такого нету. У нас подходишь в игре, Сидорович такое. Ну, здравствуй, сталкер. Заходи. Вообще ноги. Леди и джентльмены, другие подруги, если вы поддержите эту идею с Сидоровичем в Припяти в миссии, то ставьте лайки. Яйки чешите. Это обязательнейший элемент. Тема безумная была, сука. Но, тем не менее, зашло, по-моему. Вступайте в нашу армию, нагибайтесь. Увидимся с вами. Нереально, сука, матрица существует. Нагиб.